Открываем. Смотрим. Талончик. Девочка. 92% чего-то там, 8% чего-то там. Достаем. Поролон, не знаю для чего. Что-то откладывать. Для ровности. Какая-то картиночка. С инструкцией. Как надевать чехол, я так понимаю. Заложили, надели. Внизу завязали на веревочке. И все. Правую сторонку пока. Посмотрим на сам чехол. На ощупь. Приятный, вроде не электролизуется. Размер. Три сиденья было написано. Диван около 2 метра должен быть длиной. Посмотрим на качество. Здесь резиночка вставлена. Резиночка. Ярлычок. Опять состав 92% чего-то там. Размер 190-230 сантиметров. Это длина дивана должна быть. Выбрал именно модель с 3 места для сидения. Сама картинка так выглядит. Такой вот. Такой вот тип. Сейчас мы попытаемся натянуть на диван и уже запишем видео. Вот так вот диван выглядит до надевания чехла. Длина где-то 2 метра 10 сантиметров. Как-то так получилось после натягивания. Если диван двухметровый, то лучше брать размер 4 сидений. 4 места для сидения. Вот сюда поролон нужно пихать. Как-то так получилось, в общем-то. Диван, естественно, преобразился, но если будете заказывать, если у вас 2-метровый диван, допустим, то лучше брать чехол, где написано 4 места для сидения. Еще осталось внизу завязать веревочки. Будет поплотнее облегать диван. Думаю, будет еще лучше на вид. Всем спасибо. Ссылка на данный чехол будет под видео в описании. Пока.